Покупателя до сих пор ищут. Одесская колония повторно выставлена на продажу. Цена не изменилась. По-прежнему 223 миллиона 250 тысяч гривен. 70% от выручки пойдут Минюсту на реконструкцию старых тюрем, остальное в госбюджет. Госимущество уже не впервые продают в этом году. Раньше торги сорвались из-за того, что так и не нашелся желающий купить бывшую южную исправительную колонию номер 51. Напомню, что здание пустует с 2019 года после бунта заключенных. Вскоре их расформировали.